мероприятие стало ежегодной традицией, как и чемпионат республики по армейскому рукопашному бою. На этот раз спортивное первенство среди воинов Национальной гвардии состоялось на центральном стадионе. Участие в нем принимают 80 военнослужащих со всех региональных командований страны. Сегодняшние соревнования по рукопашному бою – один из видов состязаний в рамках 16-й спартакиады, которая посвящена памяти 17 погибших солдат, а также 20-летию нашей столицы. В ближайшее время в рамках спартакиады пройдут первенства по зимнему президентскому многоборью, пулевой стрельбе и самбо. Лучшие по итогам соревнований спортсмены будут зачислены в национальную сборную. Один из фаворитов и наиболее вероятных кандидатов на попадание в главную команду страны – военнослужащий из воинской части Актобе Ануар Кайбаев. В прошлом году я занял второе место, но в этот раз я хочу повысить планку и стать чемпионом. Мне хорошо известны возможности соперников, я хорошо их изучил. Поэтому, думаю, удача должна мне улыбнуться. Отметим, что победители спартакиады получат возможность участия в международных турнирах. Красный мак.